11 ровно новости, 11.15 новые приключения Синдбада, 11.50 счастливый случай, 12.35 до 16 и старше, 13 ровно жестокий ангел, 14 часов новости, 14.15 угадай мелодию, 14.45 здесь и сейчас, 15.10 тема, 15.50 поющие в терновнике. Любовь зарождается незаметно, исподволь. Она наполняет сердце страхом и смирением. Она же заставляет потом приступить все обеты, данные церкви, и стать вероотступником. Продолжение романтического сериала «Поющие в терновнике» с Ричардом Чемберленом. 16.45. Спокойной ночи, малыши. 17 ровно. Время. 17.35. Прогноз погоды. 17.45. Карьера Димы Горина. Нелепый случай. Кассир ошибся при выдаче денежного вклада. Затем отправился в дальнее путешествие, чтобы ошибку свою поправить. Задержался там. Сначала ненадолго, потом навсегда. Фильм Яна Фрида. В ролях Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, Владимир Высоцкий. 19.30. Хоккей Евролига. Динамо Москва. Лексан Швеция. 22.05. Новости. Такие передачи и фильмы смотрите на Первом канале во вторник, 12 января.